Сегодня в Рио главы Дагестана Сергей Меликов встретился с победителями и призерами чемпионата России по вольной борьбе. Напомним, на завершившемся Нарафаминском чемпионате страны завоеваны 8 из 9 золотых медалей, что является абсолютным рекордом. Также в активе дагестанских спортсменов 5 серебряных медалей и 6 бронзовых. Это практически абсолютное доминирование. Меликов поздравил спортсменов с успешным выступлением в соревнованиях, подчеркнув такие качества этих спортсменов, как умение ставить амбициозные задачи и добиваться их. Это очередное свидетельство, что Республика Дагестан, спортивная республика, а виды единоборств являются национальными видами спорта Дагестана. Мы знаем, что победы такого уровня даются нелегко. За спиной каждого из вас упорный труд, годы упорного труда, тренировок, физической боли, потерь, изнуряющих тренировок во имя достижения заветной цели, той вершины, на которую способны подняться только выдающиеся спортсмены. В свою очередь, министр спорта Дагестана поблагодарил руководство республики за оказанную поддержку и внимание. Вам большое спасибо, что вы нас сегодня чествуете на таком высоком уровне. А мы спорт и все спортсмены всегда будем помощниками войны, процветания Республики Дагестан. Меликов также выразил уверенность, что дагестанские борцы будут и впредь демонстрировать выдающиеся результаты на состязаниях общероссийского и международного уровня. Кроме того, в Рио главы региона пообещал уделять внимание развитию спорта в нашей республике. Пообещать хочу одно, то что развитие спорта в Дагестане обязательно будет реализовываться. И не только, может быть, по направлению силовых единоборств.